Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Realme 6s изменить настройки даты и времени. Зайдем в настройки. Дополнительные настройки, дата и время. Отключаем функцию «Использовать время сети» и настраиваем любое время, которое нам нравится. Поменяем дату, поменяем время. Можем также поменять часовой пояс, можем включить двойные часы, а также можем переключиться между 24-часовым форматом и 12-часовым форматом. Чтобы вернуть все на свои места, вернем галочку «Использовать время сети». На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До новых встреч!